Здравствуйте, давно не виделись, да? О, это, кстати, подарок Сергея Григоряна. Это 700 изики. О, это подарил супер-мега-пупер Стас. Это мяч Джордан, черный. Стильно? Ха, вообще класс, согласен. И что-то этот, что такое? Это толстовка. Так, следующий подарок. Это я не знаю кто, но это из Ведьмака кто-то. Я Ведьмака не играл, но мне подарили какого-то вот этого человека. Макс, короче, вообще не шарит. Но фигурки люблю, буду коллекционировать. О, это Даймонд. Мне Даймонд подарил наушники. Мой модератор Даймонд мне подарил наушники. Да, это мне подарила Гаечка. Гаечка богатая. Вот это вообще позорная тема. Да? Да. Ого, Луис Виттон, ничего себе. Ничего себе, я буду копить. Гаечка, спасибо большое. Примерь. О, у тебя нету как раз у меня. Буду в ЛВ ремешке гонять, вот так вот, чтобы видно было. О, последняя дырочка. Надо дырочку дырявить. Надо дырочку делать. Дай мне ножик, я сейчас сделаю. Нет, ты гонишь, нельзя такие ремни самому. Дырочку надо еще пробить одну. Я в детстве пробивал дырочку. Как, нормально? Ну, кавалер. Это мне подарил Кирилл Пока. Он сказал, что у меня есть пасть воняет, как у собаки. Подарил. Да что все, почему все чеки кладут? Я что, рассчитаться должен? Да ладно, блин. Это с умным интеллектуальным интеллектом. Так давай ее сдадим обратно, тебе же мама тоже подарила. Давай тебе обратно сдам. И это умная щетка с интеллектуальным интеллектом. Она, наверное, умнее меня. Не тебя уж точно. Да, давай. Вот. И это подарил Кирюша Пока. Хотите, Вова, братишки, мне подарил деньги. Деньги. Он мне подарил наличку. Просто так подошел, так вот отдал. Что еще? О! Это сколько ноль? А что это такое? Где? Это. А, это подарила Крис Вейв. Это подарила Крис Вейв и Джим Сайт. Ого. Это они сказали, Кирилл подарил мне зубную щетку, чтобы из пасти не воняло, а это, чтобы от меня не воняло. Так это для волос стайлинг. Это уход для волос. Чтобы прически делать. Чтобы прически делать. Чтобы прически ого, блядь. Вот сейчас вот лысина. На попе волос твои. Хорош, Макс. Где-то мне подарил кто-то воду. Дай попить. И это подарила мне Наташа. И это что? И это Лего. И это Микки Маус. Юля соберет. Это мозаика. Юля соберет, у меня такая диснеевская будет. Вот, это мозаика. Она двухсторонняя, что ли? Не знаю. Наверное, да. Вот что должно получиться. Зачем ее собирать, если можно так коробку поставить просто и все. И это мне подарили братики. Это Lamborghini Urus и Lamborghini Aventador какой-то. Это вообще шок. Бемра. Это Бебра мне подарил Apple Watch. Серия 7. Это какие? 45 миллиметров, самый понтовый. Это мне подарил Сережка Джо-Джо. Он подарил мне мусоровозку. Это реально мусоровоз? Ну да. Он сказал, чтобы я выносил всех как мусор. Всех как мусор выносил. Что-то такое он сказал. Он мне подарил мусоровозку. Это моя машина. И... HQD. Да и все страшно. Это пустая упаковка. Пустая упаковка. HQD. Это кто-то выкинул, типа, сюда, мол, мусор перевозит. А, тут ляжки. Ну, я из чашки не курю уже давно, и кальяна не курю. Вот. Ребят, знаете, что Алексей подарил, что в этом кейсе? Только не говори, что. Хесус. Что в этом кейсе, как думаете, что? Ребят. Дрель. Бля, что за инструменты никто не подарил, реально? Нет, я не могу на стриме показывать. Ну да, игрушечный. Короче, он мне подарил. Нет. Нет, там у игрушечных пистолетиков оранжевых должно быть. А как он? Он тяжелый. Так он это настоящий, но просто холостой. Это да, это подарок Алексея. Да я не знаю, зачем он столько патрон, конечно, подарил. А что в коробке? Ее подарил мне вот столько холостых он мне подарил. Так, и это вообще на самом деле имба, потому что, во-первых, Юля хотела, а во-вторых, их две. Это станция Макс. Станция Яндекс. Да, он Макс. Это не Алиса, типа, а Макс? Это подарила Лерон Барон с Фандером. А это подарила Стас с карандашей. Это тоже Макс? Это тоже Макс. Короче, я думаю, Авито, ну с кем-то. Да тебе нужно все продать. Это тоже Макс?
Один в один, кстати. У меня теперь две Яндекс-станции есть. Тоже... Они, кстати, могут с тобой общаться. Например, да, я знаю. Например, диалог поддерживают. Вот это, по-моему, Руди дарила. Да? Вот это, по-моему, Руди дарила. Короче, остались запечатанные все подарки. Да, все осталось запечатано. Ты Роман хочешь сейчас распечатать? Нет, Ромена потом. Ромена потом. Десерт. Ну, тут такой. Ребят, что это может быть? Дайте инфу. О, Даша скинула. Окей. Так, остались все запечатанные подарки, вроде бы. Кто это мог подарить? Живанши. Кто мог подарить Живанши? Арина, может? Нет, Аринян подарил деньги, по-моему. Плохой парень? Мой? Да, точно, возможно, он, скорее всего. Наконец-то у тебя парфюм появился. Вкусно пахнет. Это кореш и акулич, да. Открой меня. Самому лучшему на свете папе. Макс. Дорогой Максим, поздравляю тебя с днем рождения. Желаем счастья, любви и много денег. ПС Акулич, кореш. Это Юля, кстати, открыл уже крыс. Сама ты крыса. Это какие-то китайские сладости. Ну, это такие мягенькие, которые как тесто. Мягенькие. Прикольно. Это... И это черная ручка. И это белая ручка. И это носки с драконом, с динозавром. Это тоже какие-то вкусности. Ай. Вот, это еще одни носки. Это Love Is. Да что ж с ценниками-то все? Ладно, это Love Is. Жалко, не Love Ends. Это Годзилла. О, еще Лего. Он подарил, я подарил ей Лего. Это Лего. Почему все дарят игрушки? Я что, ребенок? Что не раскрыто осталось? Это подарила Руди Саюки. Пчелки подарил... Пчелкин подарил деньги. Пчелкин, Аринян, Братишкин. Братишкин. Кто еще? Фасолька Ватарис. И, по-моему, Каравайчик подарили деньги. Ну, Дрон тоже пытался деньги подарить. Вот. Я не знаю. Деньги вот, кстати. А Ватарис Фасолька закинули на донейшнале. Что, Дрон подарил? Ничего. Ну, типа, просто написал там. Ну, неважно. Деньги, можно сказать. Какой-то сертификат. Отдых в одном из удивительных загородных отелей. Необычные выходные. Подарочный сертификат включает проживание на двоих в необычном загородном отеле. А что еще зависит от отеля? Одна ночь в любви... Ой. В любом... А, тихо, только на это тебе покажи. QR-код? Да, сейчас отсканируют, человек отдыхать поедут. Одна ночь в любом из 86 отелей. Да, спасибо. Что Путин подарил? Путин подарил... Что подарил он? Что подарил? Водичку. Что осталось? А, Куэр твой подарок. Спасибо за детство, Куэр. Я думаю, Витмо. Ну да, он любит Витмо, да. Да, Витмо. Это вот такая Витмо. А, подарок Романа Макривского. Ой, ты ж, тут Моргенштерн? Да как его открыть? Макс, открывай нежно, Даша пишет. Чё? Чё? Это монитор 360 Гц. Ромка. Даша. Дашечка, Ромочка, спасибо огромное. Даша говорит, аккуратно открывайте. Рома мне подошел на ДР, вот так вот его швырнул. Говорит, на, но это имба. Ну, вот, в принципе, ой, извини, пожалуйста.